cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и добро пожаловать на очередную серию безумных приключений. В общем-то, ребят, я тут немножечко без съемок расширил домик, то есть теперь у нас он выглядит вот так. Но все равно, как-то места у нас мало будет, в принципе, а платформы строить как-то дополнительно не очень хочется. Поэтому, ну, я вообще в этой серии планировал сходить, точнее, не сходить, а начать изучать какие-то моды, но потом передумал, так сказать, и решил, что мы отправимся, отправимся мы искать новое место для нашего дома, поскольку, ну, это как-то мало места и как-то здесь не очень будет, да и карьеры здесь размещать не очень-то будет удобно, поскольку здесь вода, вот, так что карьеры здесь будет размещать не очень удобно. Так что сегодня мы отправимся искать новое место для дома. Ну, а без съемок я сделал сундучки такие вот, расфасовал теперь ресурсы, теперь все у нас попроще, то есть тут у нас теперь броня, тут у нас всякие разные мечи, оружие и так далее. Здесь у нас ресурсы, я, кстати, понадобывал еще много ресурсов, здесь у меня еще, по-моему, переплавлялось даже, да, вот. Так что давайте теперь мы отправим... Вот, кстати, я вам сейчас хочу показать кое-что очень интересное. Так, ноп. Вот сюда... Нет, не сюда. Или сюда. Да, сюда, по-моему. Телепортируемся. И ищем. У меня где-то здесь был лаки-блок. Вот где-то... Фиг его знает где. Сейчас посмотрим. Где-то тут у меня был, по-моему, лаки-блок. Если я не ошибаюсь. Так, где-то тут, ну где ты, лаки-блок? Нету, не тут походу лаки-блок был. Кстати, да, это вот корабли эти два, тут один такой и башня. Это мы изведаем потом, уже когда у нас будет довольно-таки крепкая броня и чтобы нормально все у нас было. Так, я не помню, если честно, где этот гребаный лаки-блок. По-моему, а ну давайте. Ага, вот он. Я не туда пошел. Вот он у нас лаки-блок. Вот он такой вот. И давайте его сломаем. Воу! Воу, 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 воу! Свинья, 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 свинья. Зомби-свин. Зомби-свин. Так, он не сможет меня поджечь, а мы его зато сможем убить. Надеюсь, он не хиляется. Так, умри. Да, есть, мы его убили. И что мне из него выпало? Золотой самородок и алмазик. Ну, значит, так. Что мы еще? Где-то я еще тут видел лаки-блок. Я уже не помню, где, если честно. По-моему, кстати, я тут нашел деревню еще. Ну, изведал карту, нашел деревню. Вот такую вот. Тут с всякими вот жителями. И здесь, по-моему, что-то у нас лежит. Да, здесь у нас всякие... разные штучки лежат. И, по-моему, здесь я уже забирал все, что в сундуках было. Там, по-моему, было ресурсы. А, нет. Ну, да, остатки мои. Остались только и все. То, что я забирал. Так-с, вот так. А здесь я не помню. Здесь я, по-моему, не смотрел. Ой-ой-ой. Да, здесь ничего тоже нету. Ну, что ж поделаешь. Так-с. А в этом домике я не помню. Я просто не помню, смотрел я тут или не смотрел. Где у нас что? Здесь, по-моему, тоже ничего нету. Да и здесь тоже ничего нету. Зато есть пещера. Давайте сходим в пещеру, посмотрим. Воу! Кстати, я убил... Потом вам покажу. Убил пирата. А, меня убили. Ну ладно. Убил пирата и выбил из него вот такой вот кинжал. Интересный. Да, я еще один корабль разгриферил, так сказать. Я не помню, где лаки-блок этот гребаный. Еще один я где-то... А, вот еще... Нашел такую крепость, но я в ней еще... Ну, я полазил в ней. В этой... Ух ты! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Маркер. Нет, просто возьму, так наведу сюда и телепортируюсь. Да. Что это у нас такое? Новый метеорит? Ух ты! Давайте добудем его. Такс. А что из него выпадет? Так, нам главное...
чтобы не заспавнились эти летающие демоны. Или как там их называют, я не знаю. Такс, вот это. И портал еще, по-моему, заспавнился у нас. Так, вот они. О, отличненько, сейчас мы добудем руду. А вот они, эти демоны, про которых я говорил. Такс. Не-не-не-не-не, я не хочу с вами дружить, ребятки. Я лучше вот так вот сделаю. Я добыл, ну, в принципе, нужное количество я добыл этих вот штучек. Они мне, в принципе, уже не нужны. Этот метеорит, мне хватит и этого. Так, ну, выложим давайте еще самородки отсюда, да и все, в принципе, нам достаточно. Так, потом посмотрим, что из него делается. И как... Так, вот он, кстати, этот корабль, который я разгриферил, так сказать. Вот он. Так, давайте. Я тут понадобывал, по-моему... А, не, я сиденье добывал. Я его взорвал всего лишь. Да, я его взорвал. То есть там динамит, как вы помните. Вот они, кстати, даже еще живые остались. Всякие демоны. Там я вижу соль и вижу медную руду. Но мне, в принципе, этого всего достаточно. Вот я тут добывал. Ой-ой-ой. Блин, иди в пень. В общем, ребят, извините, меня отвлекли на ненадолго, так сказать. Так что мы продолжаем. Вот он, этот пират. Вот они даже тут сундуки... А, я их собрал, эти сундуки. Тут даже вот карта осталась. Вот. И я еще один пиратский нашел остров. На этот раз остров, да, ребят. То есть вот он, этот остров. Давайте я даже сюда телепортируюсь. Ой. Да, вот он, этот остров. Тут еще даже остались пираты эти. Поэтому... Вот такие вот дела. Я тут... Ой, там босс. Ой-ой-ой-ой, у меня лагануло немножко. Да, бывают такие заскоки. Так. Нужно побыстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, я не хочу с вами дружить, ребят. Так что извините меня. Так. Ой, спасибо за то, что вытолкнул меня. Давайте вот этого убьем, пирата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он меня меч выронил. Ну, вообще шикарно. Так, а ну давайте попробуем еще раз туда телепортироваться. По-моему, вот сюда. Нет, не сюда. Я тут их лавой уже заливал. Чем я только их не заливал. Здесь. А, здесь еще эти лавовые монстры. А, ну я болтал еще здесь. А, нет, не болтал. А, это мои вещи. Они мне не нужны. Да, я здесь обболтал все. Кстати, я ж без брони. Я что думаю, что меня быстро так убивают, а я без брони оказываюсь. Ну ладно, нужно нам забрать наш меч. Очень-очень быстро как-то. Ну да, у нас получится быстро его забрать. Давайте себе попробуем скрафтить броню из вот этого вот метеоритного, так сказать, куска или что-нибудь такое. Да, получается скрафтить нам броню. Такс. И вот так. Все. Готово. Теперь мы вот такие вот модники. А, ну да, сапожки мне не нужны. О, в принципе, она защищает. Если еще сапожки сделать, взять, то она защищает практически как алмазная. То есть, в принципе, бронька неплохая. Такс. Вот, кстати, я тут начал исследовать остров. Так. Я думаю, вот тут где-то я умер, да? Да, я забираю свой меч. Да, я забрал свой меч. Я ухожу. Закрываю здесь проход. Все, ты не пройдешь. Я коварный. Ой-ой-ой, тут стреляю. О-о-о. Я, оказывается, тут не все еще болтал. Так, давайте это все выложим. Заберем уголь, о, еда, это нужное дело, нужная тема, золотые, не нужно оно мне, так, алмазики, золото, редстоун, вот это выложу все, но мне в принципе не нужно, и вот это я выложу, сундуки мне тоже не нужны, они у меня их очень много, так, а ну, давайте это все так рассортируем, руна, о, вот это я возьму. И порох. Ну, порох я. Ой, о, встань. Ну, я теперь буду здесь спавниться. Ну, ладно. Окей. У нас ноченька, да? Не хочу я выходить.
Давайте, короче, телепортируемся домой. А что у меня, маркера не стоит? Не стоит. Так. Поспим и отправимся днем, потому что ночью как-то не резон мне идти. Такс. Значит, а ну давайте еще попробуем скрафтить себе. А у меня железо есть, в принципе. Давайте это все выложим вот сюда. Ботинки. А у меня тут уже места нету, да? Ну положим сюда ботиночки. И давайте попробуем скрафтить себе какую-нибудь кирку из вот этой вот. И меч давайте еще скрафтим из вот этой вот руды. Так. Я думаю, что получится. Нет. А какого фига? А ну, может, надо... Подожди, а что из него вообще делать можно? Ничего из него делать нельзя. Ну, я же как-то сделал себе броню. Так, тут у меня еда, давайте еду выложим. А, кстати, да, порох еще нужно выложить. Порох, порох, порох. А еду я не всю выложил. Вот так. Ну, теперь можно, в принципе, отправляться искать. Ну, давайте еще выложим вот сюда вниз. Вот эти все руны, они нам тоже не нужны, и это выложим. Ну все, можно отправляться искать место для нового дома. Так, тут у нас заражение, тут нам не резон. Я думаю, где-то вот сюда мы и телепортируемся. Сейчас, так. Вот сюда мы где-то и телепортируемся. Вот так. Ну что ж, давайте искать место. Что еще делать? Так, там у нас какой-то лавовый, какой-то темный биом. Что это вообще такое? Окаменевший пепел. А, здесь вулкан, значит, неподалеку должен быть. А если неподалеку вулкан, значит, там есть данж. Вот видите, какой я умный. Да. Ой, я не хочу туда идти, там вот этот злой мужик, мудак. Ну, вы поняли, короче. А, ой, я вижу какой-то домик. Давайте туда сходим. Посмотрим, что там. И у меня прогрузилась карта. Ну да, вообще шикарно. Домик у нас неплохой. Ага, она вот прогружается. Вон я там еще вижу. О, я нашел замок. Здесь добрых людей. Мир прогружается, так что нужно... А, нет, недобрых. Недобрых, недобрых, недобрых. Я уйду. Да, все, 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 я ухожу. Я только тут чуть-чуть посмотрю, что у вас тут есть. И уйду. Тут есть канализация. О-о-о. Воу. Пауки. А, это ж тут должен быть этот паук. Так, ты где? Так, тихо, 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 тихо. Тут, по идее, должен быть большой паук, если я не ошибаюсь. Матерь Божья, что это? Пинки. Что это вообще такое? Так, оно не агрится, и вот не агрится. Воу, паук зато агрится. Тихо, спокойно. Такс, а ну-ка. Да, шли искать место. Забрели в данж. Матерь Божья! Воу-воу-воу-воу-воу! Что это такое? Что это вообще такое? А ну. На, я хочу хильнуться от тебя. Ениге. И вот еще эта фигня. Она, по-моему, дружелюбная. Привет! Нихера она не дружелюбная. Она просто в текстурках застряла. Во, все. Что мне из нее выпало? Окей. Блин, мне тут лук нужен. А лука нету. Обидно. Пипец. Так, я лучше сюда пройду. Вы, надеюсь, не против? Так. Мне нифига здесь не видно. Я слышу пауков. Где эти пауки? Йоу! Шкин-кот Карын-бабай. Опять эта фигня. О, она в текстурах. Так, нужно хильнуться. Нужны хилки. Мне нужны хилки здесь. Сюда. Умри. Во, все отлично. А ту я в угол загнал. Фигню.
Вот еще какая-то херня. Что это такое? Что это вообще такое? Летучая какая-то фигня. Так, нужно сломать этот спаунер, желательно быстрее. Я победили по жизни. Итак, ребят, пауза. Итак, ребят, я вернулся, все окей. Значит, появился я в домике в своем. Так, нужно нам похавать. Давайте возьмем какую-то оружку, я так думаю. Давайте стак стрел возьмем. И возьмем какой-нибудь лук хороший. Ну, как бы... У меня нету больше ничего, да? Да, у меня нету больше ничего. Ну, что ж, придется. Так, нам отправляться. И так, и рашить, так сказать, вот тот замок. Не хочу я туда отправляться. А, да, точно, я забыл. Так, ага, вот он и вулкан этот. А подождите, давайте лучше к вулкану отправимся. Мне просто интересно. Ой, я заспавнился в блоках. Все окей. Так, теперь нам нужно выбраться отсюда как-то, каким-то макаром. О, лава. Вот он, наш вулканчик. Так, тут много угля, я вижу. Очень много угля. Тут прям море этого угля. Ага, вон он, да, данж. И посредине еще какая-то фигня. Ой, у меня кирка сломалась. Блин. Ладно. Так, давайте вот прям где я тут. Вот, прям на мне поставим спавн, ну, метку. Назовем ее вот так. Пока что пусть будет так. ПРДС. Все. Так, у меня колесико мышки не работает. Так, а ну давайте выберем теперь групп все. Телепортируемся домой. Сделаем себе нормальную кирку уже. Ну, точнее, не нормальную, а из этого... Из метеорита. Вот так. Выложим пока это все дерьмо вот сюда. Это я сделал, конечно, для исследования, начинания исследования Industrial Craft. Поэтому вот так. Возьмем два кусочка железа. И скрафтим себе вот такую вот кирку. Так, а теперь можно отправляться, в принципе, к вулкану. К наш. Хотя не, к вулкану. Ух ты. Телепортируемся, а ну-ка. Что это такое вообще? Нифига себе, какое дерево огромное. А ну, у меня такой вопрос. Там можно залезть внутрь? Что это вообще за дерево? Нет, внутрь туда залезть нельзя. А ну. У меня такой вопрос. Я его смогу сломать? Да, я его сломал. Нифига себе. Тут еще что-то такое непонятное. Ну ладно. Мы же все-таки шли искать место. Поэтому давайте сейчас сначала найдем место. А может попробовать зачистить вот этот замок и прям в замке поселиться в этом. Там, правда, мобы внутри. Ну, точнее, не внутри, а в канализации. Я как-то не хочу туда идти. Прям внутри этого замка и поселимся. Я думаю, идея, в принципе, нормальная. Я слышу эндермена. И прям возле вулкана еще добавок. Поселимся. А, стоп, так это нет, это не деревня. Здесь тут эти злые всякие чудики. Ой, ладно, я с тобой не хочу дружить. Поэтому я убью вот этого. А здесь что? Вот это я люблю уже. Я много, кстати, этой понадобывал. Какого-то фига травы. Ой. А, он вверху. Умри, умри. Во, все, отлично. А здесь у нас что? Воу. Что это было? Что-то он какой-то пассивный, этот моб. Я его бью, а ему нифига. Ух ты. Ладно, окей. А здесь у нас что? Здесь у нас энчант. А здесь? Здесь флаг. И прямо возле башни еще спавнит дом. Как-то, я не знаю. Напишите в комментариях, идея вам хорошая. Прям вот это вот все зачистить. Все.
абсолютно все. И построить здесь нормальный большой дом. Прямо вот здесь. Вот. Так, ребят, меня снова отвлекли. Извините, пожалуйста, за такую оплошность. Какие-то тут мобы пассивные. Они вообще не это сабят. Рычаг. Хм, странно. А здесь что у нас? О-о-о. Воу. Прикольно. Так, там сундук рванул, и мне попадали некоторые вещи из этого сундука. А здесь, походу, этот вход, так сказать, в само вот это вот... Да-да-да-да-да, в это логово. Не хочу я туда идти. Ай, так, значит, давайте вот это все мы повлажим, все эти семена, все это говно выложим. Урон 7. В принципе, нормально, но, кстати, что вот это такое? Что из него? Да не это. Вот это. Ух ты. Ну ладно, окей. Тут сильно какие-то звуки странные, они будут мне доставать эти звуки. О, опять босс. Ну вообще шикарно. Такс. Ладно. Отправляемся опять в этот замок. Телепортируемся. А вот этот вот моб, он вообще какой-то пассивный. Я не знаю, что с ним. Я его бью, а он не бьется. Братюня. Ну ладно. О, хилки. Я могу хильнуться, в принципе. Давайте хильнемся. Такс. И тут у нас вот эта фигня мелкая. Умри. Все, отлично. Умерла. Слепота. Ну тут эти будут еще появляться. Вот что меня бесит. Всякие мобы будут появляться в этой фигне. Тут башня есть. А ну давайте в башню зайдем. Может тут. Ну, в принципе, идея неплохая, но тут, правда, возле вулкана это все дело будет происходить. Так что я не знаю. О, так тут еще и стены из бедрока. Вообще шикарно. Тогда можно вообще не париться. Можно здесь и... Ну, тут еще вот что будет все время мне мешать, так сказать, нормально развиваться. Вот те вот, так сказать, демоны. Ладно, давайте все-таки еще... А, уже ночь. Придется идти домой спать. Хом, телепортируемся. Придется идти домой спать. Так, все отлично. Спим. А, так, и я думаю, давайте еще раз отправимся куда-нибудь. Не знаю, вот сюда. Пусть, если что, потом. Ну, пока что у меня так идея только на вот этот вот замок. Я нашел вот этот замок, и у меня пока что идея только на него. Иди в баню, паук. Не хочу я с тобой дружить. Он все равно на меня агрится, да? Ну ладно, мы просто его будем игнорить. Я думаю, он не обидится. О, еще и эти вдобавок. Как их там, минотавры или как там вас называют-то? Ну ладно, неважно, в общем. Можно, в принципе, обустроиться где-то здесь. Новенький домик, все дела. Раз далеко от заражения. О, я еще один корабль большой нашел. Да, большой корабль я нашел еще один. В принципе, можно обосноваться здесь. То есть все это зачистить дело, все это красивенько сделать. Но я не хочу. Оу, крипер! Окей. Такс. Я не хочу где-то. Ну, мне нужна хотя бы за воды. Ну вот, вот вода, вот тебе вода. Вот он, в принципе, островок небольшой. Можно его конкретно зачистить. Прям вот все вот это вот снести, вот эту пол горы. И тут и обосноваться. В принципе. Тут пещера есть какая-то. Давайте
пройдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, я не хочу идти сюда. О, лаки-блок. Давайте сломаем. Ведра. Вот, ведра молока понадобится. Вот эта тема. Так, золотой слиток мы переделаем в золото. Ага. Выкинем пластинку. Все отлично. Я не знаю, если честно, где можно построить дом. У меня пока что предложений вот здесь где-нибудь основательно зачистить эту гору и построить дом там, на этом островке. Я еще подумаю, может, так и будет. Также еще основательно можно зачистить вот тот замок и там, так сказать, обжиться. И можно, ну, и лаву там убрать рядом, ту, и можно там, в принципе, жить. Можно зачистить еще один замок, вот этот вот, сейчас я вам покажу. Но этот более ровный, вот этот вот замок, более красивый. Вот, вот этот вот можно зачистить еще. Можно под водой построить, то есть вот крепость есть подводная, можно под водой, но карьеры размещать будет не очень, так сказать, удобно. Поэтому я не знаю, пока что я подумаю, может быть, если я зачищу полностью весь подвал, зачищу полностью лаву всю, уберу отсюда, то, может быть, я обоснуюсь вот здесь. Ну, желательно надо убрать саму лаву, потому что лава — это очень плохо, особенно в этой сборке. Так, тут нужно вот это убрать, вот это вот так. Вот этот сюда, это сюда, эти сюда, эти сюда. Сейчас, если мы эту лаву уберем, в принципе, ее тут убирать нефиг делать. Просто берем. Сейчас я выкину эти блоки. Соберем нормальные блоки. Вот такие вот. И закроем эту лаву. Если она сейчас закроется и будет уходить, то обоснуемся вот прям вот там вот. И вот еще желательно тоже нужно. Давайте постреляем вот в этого, так сказать, нашего. Ага, он лаву распространяет. Все ясно, понятно. Воу, я горю. Вот этот самый главный распространитель лавы. Так, тихо, иди отсюда. Ой, хорошо с ботинками на прыжки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хилимся, хилимся. Так. А, у меня стрелы закончились, ё-моё. Ну тогда в рукопашку пойдем. На, убили. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Спокойно-спокойно-спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, а ну, давайте еще вот эту лаву уберем. Она нам тоже тут не нужна. Вот так. Я думаю, это дерево не горит. Хотя, может, и горит. Я не хочу, чтобы все убирать. Ну, ёшкин кот, Карин Бабай. Они теперь от меня не отстанут. Особенно вот эти вот. Вот этот вот. Умрите. Умрите. Горите в аду. Хотя, они и так не сгорят. Ну, вы поняли, короче. Во, есть, убил одного, одев еще один. Где-то еще один должен быть. Так, нужно хильнуться. Так, есть. И нужно похавать чего-нибудь. Так, давайте еще сходим куда-то вон в ту сторону. В принципе, мы зачистили здесь от лавы все, что нам не нужно, так сказать. И я думаю, в принципе, можно будет... Ай! Я горю опять. Ну, вообще шикарно. Так, давайте вот это вот тоже попробуем зачистить от лавы. Если сейчас мы все это зачистим, то будет все шикарно. Да, мы это все зачистили. Я думаю, я обоснуюсь. Ну да, все. А нет, все мы зачистили. Сейчас тут лава будет просто исчезать, и все будет шикарно. Можно тут даже вот эту лаву еще закрыть, которая нам тут не нужна, в принципе. Давайте ее закроем досками. Конечно, звучит не очень, но что ж поделаешь, придется закрывать. Зато мы обеспечены здесь будем лавой очень хорошо, поскольку у нас здесь будет очень-очень много лавы, и мы сможем строить очень, точнее,
наполнять генераторы халявной энергии. Да. Ну и вот тут такой каньон. Давайте еще сходим. Мне вот нравится одно местечко. Оно находится за вот этой вот всей бадьей. Я же говорю, если зачищу канализацию, то все будет шикарно. Я, скорее всего, обоснуюсь там. А может быть, построю домик с нуля вот здесь вот. То есть вот где-нибудь возле воды. Желательно вода нам нужна, потому что... О, лаки-блок. Давайте сломаем. Воу! Воу, это была плохая идея. Сломать лаки-блок. А, не, хотя изи. Изи-изи-изи-изи. Изи-бризи. Ну-ну-ну-ну-ну. Все есть, отлично. А не какой-то зеленый огонь. А что из них выпало-то хоть? О, сгустки магмы. Отлично. И какая-то еще фигня. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так-так-так-так-так. Все, все, отлично. Расчистили. Так, давайте по карте посмотрим. Вон я вижу, кстати, данж. Место, конечно, тут маленькое. Такая вот равнина именно. Но... Я не знаю, сейчас посмотрим, какие у нас тут есть места. В принципе, нам нужно такую желательно хорошую, большую, неприступную гору. Чтоб не могли на нас мобы, так сказать, агриться. Можно еще вот здесь. Вот оно. То есть эту равнину всю зачистить, разровнять, оградить. И можно еще здесь, в принципе, обосноваться, так сказать. Ну, в общем, я подумаю. Может быть, что-то и решу, так сказать. Давайте еще тут побегаем, посмотрим. Может, какую-то просто офигительную равнину найдем. Вот он, остров, нефть рядом. Можно, в принципе, ну, здесь трава большая. Здесь будет расчищать очень геморно это все дело. Поэтому я не знаю. Можно здесь еще обосноваться. Здесь рядышком есть вода. Вот, можно будет сделать. Точно! Посмотрите, какая идеальная практически равнина. Ну, конечно, травы здесь много. Но что поделаешь. Здесь можно будет обосноваться вообще шикарно. То есть я начну, наверное, очищу всю эту землю. Зачищу вот это все дело. Тут рядом, кстати, нефть есть. И можно недалеко бежать за лавой и дальше, ну, в принципе. Так что можно, скорее всего, обоснуюсь даже здесь. Вот-вот, прям вот тут. И место идеальное просто. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.